Картина Николая Лебедева шестую неделю подряд держится в прокате в пятерке лидеров по кассовым сборам, опережая многие голливудские премьеры. Только в первый уикенд фильм собрал около 500 000 рублей. Сейчас это уже 1,5 миллиарда, и есть все шансы, что он сохранит свои позиции и на следующей неделе. «Экипаж» преодолевает отметку в 5 миллионов зрителей и приближается к сборам в 1,5 миллиарда рублей. Это точно самый кассовый российский фильм в этом году. Это один из лучших российских стартов за всю историю. И вне всяких сомнений, эта картина войдет в десятку самых кассовых фильмов в этом году вообще.